Настя Ивлеева, Лера Кудрявцева, Муст, 7 июня 2018 года. Текст. Алена Жигалова. Похоже, завтра в Москве пройдет премия Муз-ТВ без одной из главных ее символов, ведущей Леры Кудрявцевой. Как стало известно, Супер, бессменное лицо канала, которым долгие годы являлась Лера, приняла решение отказаться от ведения трансформации. Причина по неофициальным источникам. 47-летняя Кудрявцева находится в положении. Муз-ТВ отнеслось с пониманием к решению Леры, несмотря на то, что она приняла его это за несколько дней до премии. Лера Кудрявцева с мужем Игорем Макаровым. Фото, социальные сети. Как выяснилось, специально для такого варианта развития событий уже была подготовлена скамейка запасных. Вместо Леры Кудрявцевой на сцену Олимпийского взойдет звезда «Орла и Решки», 27-летняя Настя Ивлеева, число подписчиков которой в Инстаграм уже перевалило за 7 миллионов. Ожидается, что новую ведущую трансформации представит официально сегодня на пресс-конференции к премии. Настя Ивлеева. Фото, социальные сети. Напомним, премия Муз-ТВ «Трансформация» стартует завтра в 16:00 с красной дорожки, которую уже расстилает перед концертно-спортивным комплексом Олимпийским. Делиться в